Авиакомпания «Бангкок Рим» предлагает уникальную и очень насыщенную программу в путешествие в Сураттани меж двух океанов. Это интересная экскурсия для тех, кто любит путешествовать и познавать мир. Она рассчитана на 2 дня и 1 ночь. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в городе Чая. Прямо за моей спиной вы видите пагоду, которая была построена в 8 веке. Именно в то время здесь была столица королевства Сивичая. В состав этого королевства входили земли Таиланда, Малайзии и Индонезии. Огромную культурную и историческую ценность представляет ступа Ват Прабаром, расположенная на восточной окраине былой столицы королевства. Это один из немногих сохранившихся царских реликтов. Внутри находятся останки Будды, во внутреннем дворе в длинных галереях расположено множество скульптур Будды. Это место очень популярно среди верующих тайцев. Считается, что его посещение влияет на хорошие взаимоотношения в семье. Здесь есть и копия самой главной для тайцев реликвии – статуя изумрудного Будды, оригинал которой находится в Королевском дворце в Бангкоке. Это символическое изображение ступни Будды. Сюда буддисты бросают монетки на удачу. Неподалеку расположено знаменитое на весь Таиланд поселение ремесленников-ткачей. Более 200 лет здесь ткут лучший в Таиланде шелк. Конечно, многие мастерские уже перешли на машинное производство, но самый ценный шелк продолжают делать вручную. Мы сейчас находимся в мастерской, которая производит шелк специально по заказу королевской семьи. На производство одного платка ручной работы со сложным узором, серебряными и золотыми нитками уходит до 2 месяцев. Ну а цены здесь, конечно, не туристические. Я покупаю сумку за 60 бат. Это просто нереально низкая цена. Произведено здесь. Все вручную у бабушки. Замечательная сумка. Вязаная вручную 60 бат. Good price. Мы идем в школу тайского бокса. Это вам не рафинированные спортивные залы Пхукета, где 2-часовое занятие стоит 300 бат. Это реальная боевая школа тайского бокса со своими уникальными техниками захватов и ударов. Самой первой боевой системой в Таиланде считается стиль Муай Баран. Подобный стиль образовался благодаря опыту различных племен из всех областей Сиама и является первой полноценной боевой системой. В конце 19 века в соревнованиях по муэй-тае начали использовать ринг, окруженный веревками. А отчет времени производился по часам. До этого ориентировались по плавающему в воде проколотому кокосу. Я готов. Когда плот тонул, барабан извещал о конце раунда. Руки бойцов обматывались полосками из шкуры лошади. Это было нужно для защиты кистей и более сильного удара. Что, как ощущение? Отлично! Даже не знаю, что сказать, но это просто незабываемо. Муэй-тай до 1920 года был частью школьной программы в Таиланде. Присоединяйтесь к нам. Вас ждут яркие впечатления, незабываемые воспоминания –
редкие видео и фотокадры. Заказывайте поездку у своих гидов. Справки по телефону 088-381-6523.